берете все эти проблемы. Во время выполнения упражнений считайте фазу вдоха и выдоха. В течение первой недели доводите до 10 вдохов. Но если появляется мысль в голове, упражнение начинается заново. С каждой последующей недели мы можем начинать прибавлять следующие 10 вдохов. В течение первых 3 месяцев мы выполняем это упражнение, делая 36 вдохов. 36 вдохов – это 5 минут. В дальнейшем данное упражнение доводится до числа 100. Наиболее оптимальное выполнение упражнений в утреннее время, находясь в просоночном состоянии между сном и явью, когда ваши глаза еще не до конца открылись и вы лежите в кровати. Вначале подышите низом живота, прогрейте свои внутренние органы прямым дыханием. Затем сделайте практику обратного дыхания и перейдите к выполнению микроскопической орбиты. И также микроскопическая орбита делается в вечернее время, чтобы убрать бессонницу. Сделайте данное упражнение перед сном. Теперь смотрите, мы делаем с вами выдох. На выдохе втягиваем вниз живота. Низ живота втянули. И после этого мы еще делаем выдох и еще больше втягиваем низ живота. И на этом выдохе мы, продолжая втягивать низ живота, делаем вдох. То есть на вдохе низ живота еще больше втянут. И мы этот вдох теперь ведем по позвоночнику. Поворачивайся на спину. Или встань сейчас. Встань сейчас. То есть смотрите, в первом случае мы с вами делали вот такой вдох и такой выдох. А теперь мы с вами низ живота втянут. И перед тем, как совершить вдох, мы с вами еще больше втягиваем низ живота.